Всем привет, ребята! Наконец-то я снимаю это видео, точнее, переснимаю. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы знаете, насколько долго я его уже снимаю. Но, надеюсь, сегодня все получится, я сниму это видео. И надеюсь, что вы уже смотрите его на ютубе. И сегодня мы с вами поговорим о сессии в ШЕ. Итак, давайте разберемся сначала с системой оценивания. Для начала я возьму какой-то предмет из списка тех предметов, которые у меня были в этом году, и на нем покажу, как вообще оценивается, как вы получаете эти баллы и вообще как это все устроено. Давайте, например, возьмем математику, о ней больше всего вопросы. Многие задают вопрос, насколько сложна математика на моем факультете. Скажу, что для кого как на самом деле, потому что все ее боятся, но главное учить, не забивать. Мне лично понравился этот предмет, очень хорошо преподают, это тоже все зависит от учителя. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же успешно сдать вообще сессию в ШЕ, поэтому оставайтесь, я надеюсь, вам интересно. Если что, я все это смотрю на странице INSIS, этой системы в ШЕ, где вы записываетесь на сессию, записываете себе предметы, все вообще, ваша личная информация вся, все о предметах и так далее, все это вы найдете здесь, когда уже поступите. Для начала нужно понять, что каждый предмет оценивается 100 баллов, 100%. И вы можете максимум, конечно, за семестр набрать 100 баллов. Но сейчас мы разберемся, откуда эти баллы берутся вообще. Берем математику, например. Здесь написано, что 20%, то есть 20 баллов, вы можете получить за успешное написание пробежного теста. Я уже рассказывала вам об этих тестах в видео в ШЕ. Это просто тесты, которые пишутся на протяжении семестра, и они достаточно важны для того, чтобы успешно потом сдать сессию. И, кстати, заработать достаточно много баллов. То есть за то, что вы напишете этот тест, вы можете получить 20%, 20 баллов. Также 40%, 40 баллов вы можете получить за то, что напишете успешно последний тест, заключительный тест, то есть тот, который проводится именно на сессии уже. И 40% вы также можете получить за то, что вы сдадите устный экзамен. Это максимальные баллы, которые вы можете получить за какую-то часть заданий. И в итоге у нас получается 100%, соответственно 100 баллов. Я надеюсь, вы понимаете то, что я говорю, потому что действительно звучит очень все запутанно, очень много деталей. И когда вы поступаете в ШЕ, вы уже в первой неделе даже где-то уже понимаете, как это все работает. Потому что я сама до того, как поступила, вообще не понимала, что такое кредиты, как это все оценивается, как проходит. А также у нас есть оценивание. Сейчас расскажу о том, как оценивается вообще по баллам. В Чехии пятибалльная система оценивания, но при этом 1 — это высший балл, а 5 — это самый низкий балл. Как мы переводим 100 вот этих процентов, 100 баллов в баллы? Получается, если вы набрали от 0 до 59% либо баллов, это значит, что это недостаточно, вы не сдали предмет. Но при этом, если вы набираете от 55 до 59 баллов, вы можете пойти на пересдачу один раз. У нас в ШЕ, в принципе, не существует пересдач, но если такая ситуация, что вы не набираете буквально 2 балла, максимум 4-5, то вы можете пересдать предмет один раз. А потом от 60 баллов до 74 баллов — это тройка, это хорошо. А от 75% до 89% — это очень хорошо, двойка. И от 90 до 100% — это единичка, как мы это говорим, единица — это отлично. Теперь я хочу вам рассказать о предметах, которые я учила в предыдущем семестре и в этом семестре. На самом деле семестры очень отличаются, поэтому мы прям ощущаем вот это семестр 1, семестр 2. Для меня лично это как будто два разных учебных года, поэтому сейчас вам расскажу о том, что мы учили. В первом семестре у меня были такие предметы, как информатика, макроэкономика, маркетинг, математика, право и испанский. Испанский на уровень А0, А1. Давайте пройдемся по каждому из этих предметов быстро, чтобы я вам рассказала о том, как они сдаются на сессии, как они закрываются. Получается, что информатика, она закрывается устным экзаменом, это так называется, но при этом он письменный на самом деле. Вы приходите в большую аудиторию, там вам раздают листочек пустой и листочек с заданием, и вам нужно ответить на вопросы по информатике, либо какие-то значения, что такое, например, интернет нужно расписать. Но при этом это достаточно сложный предмет именно на сессии, именно при этом экзамене, потому что нужно выучить очень-очень много теории, поэтому большинство студентов, скажу вам по секрету, спят.
расписывают. Я позже про списывание вам тоже расскажу. Дальше макроэкономика, она заканчивается устным экзаменом. Именно устным. Вы приходите и рассказываете какую-то теорию. Маркетинг закрывается электронным тестом. Именно электронным вы приходите со своим ноутбуком либо телефоном и пишете в аудитории электронный тест, который тоже проводится, кстати, через вот эту систему в ШИЕ. Математика, она закрывается тем, что вы сдаете устный экзамен и письменный экзамен. Вы сначала пишете письменный экзамен, просто решаете сдачи, тоже в аудитории большой. Потом каждому определяют какого-то учителя, вы идете либо один на один ему сдавать, либо так же, как с информатикой, пишете и сдаете. Но я лично сдавала именно устно, приходила в кабинет к учительнице, и я была с чехом, она дала нам задание, дала какой-то вопрос, задала, и мы рассказали, в принципе, что и как. Право сдается устным экзаменом. Право — это такое больше исключение, потому что вы не набираете на протяжении семестра баллов по праву, вы только пишете два теста вот этих пробежных, те, что идут на протяжении года, и в конце сдаете устный экзамен. И оцениваетесь вы именно по устному экзамену, а вот эти два теста должны вы сдать, чтобы учитель понимал, что вы можете допускаться до сессии. Но если вы не сдаете хотя бы один из этих тестов, то вы просто не допускаетесь к устному экзамену на сессии. Испанский, он закрывается на уровне А0-А1 письменным тестом, точнее электронным тестом. Вы приходите в аудиторию, где есть компьютеры, и пишете тест. Не сдается устный экзамен, потому что это слишком низкий уровень, сами понимаете. Это был первый семестр, и хочу вам сказать о такой вещи, как порог кредитов. Он тоже очень важен, потому что этот порог кредитов — это то, сколько вы должны набрать кредитов, чтобы пройти в следующий семестр. Например, в первом семестре нужно набрать всего лишь 9 кредитов минимум, чтобы пройти. Но понятное дело, что если вы наберете 9 кредитов, то это будет не очень, потому что дальше вам придется их добирать и пересдавать все предметы, и это будет очень сложно, так что лучше всего вообще сдавать все, не терять предметы. Но при этом в конце первого года вам нужно иметь минимум 40 кредитов за целый год, то есть за 2 семестра в сумме, чтобы пройти на следующий год. Я лично набрала 52 кредита, максимум можно за год набрать 60 кредитов. Я не сдала только 2 предмета, это право и макроэкономика в первом семестре, во втором семестре я сдала уже все и набрала 33 кредита из 33. А в первом семестре я набрала 19 кредитов из 30, по-моему, то есть 11 я потеряла. Я надеюсь, что я достаточно доступно вам все это рассказываю, что вы понимаете. Если вы не понимаете, сразу пишите мне все вопросы вниз, я вам отвечу, потому что я понимаю, что это достаточно сложно понять все за один раз. Очень много деталей, правда, очень много. Итак, давайте перейдем ко второму семестру. Во втором семестре у меня были такие предметы, как английский на уровень B1, микроэкономика, принципы менеджмента, производственный менеджмент, русский на B1, испанский на A1 и основы предпринимательства. То есть 7 предметов, все 7 предметов я сдала. Класс. Сейчас также назову, как и в первом семестре, как закрываются предметы. Английский вы закрываете тем, что сдаете устный экзамен и письменный тест электронный. Микроэкономика закрывается устным экзаменом, принципы менеджмента закрываются тоже устным экзаменом, производственный менеджмент закрывается тестом. Он, конечно, пишется в аудиториях обычно, но так как у нас был карантин, то мы писали все это онлайн и присылали учителю фотографию просто нашего теста. Русский закрывается только тестом. Испанский закрывается устным экзаменом уже и тестом, электронным тестом, потому что уже начинается уровень А1 и уже пора говорить. Поэтому с этого момента, с этого семестра у меня начинается каждый семестр устный экзамен по второму языку, то есть по испанскому. И основы предпринимательства закрываются совсем по-другому, они закрываются презентацией, то есть мы делаем бизнес-проект, мы представляем свои бизнес-идеи в начале семестра, потом выбираем одну из двух, потом мы как-то работаем над этим, составляем все детали в одну семинарную работу, сдаем ее. У многих сейчас есть вопрос, какой предмет самый сложный и самый легкий. С первого семестра мне показалось, что самым тяжелым является право, потому что действительно очень много информации нужно выучить. Если вы не понимаете право на русском языке, на украинском, то это еще нужно выучить на чешском. И очень-очень-очень много информации, мне кажется, многие считают право достаточно сложным, и поэтому его многие именно списывают, потому что вот эту всю теорию выучить достаточно сложно, тем более в первом семестре. Потом мне кажется, что информатика достаточно сложная по тем же причинам, сложное не обучение на протяжении семестра, а именно сессия, потому что на сессии вам нужно выучить очень много материала, очень много разные теории, которые вряд ли вам вообще когда-нибудь понадобятся, и вот это все нужно расписать и сдать.
и поэтому тоже на этом предмете многие списывают. Во втором семестре мне показался сложным производственный менеджмент. Я думаю, что это для меня лично максимально сложный предмет, я вообще ничего не поняла. Я всегда считала, что я, понимаю все предметы и могу вообще выучить все, что угодно, кроме химии. Но сюда и добавился производственный менеджмент, потому что сколько бы я ни сидела за ним, сколько бы я ни учила, я не смогла честным путем его сдать. Я честно думаю, если бы не было карантина, я бы его не сдала. Я не знаю, как бы я его сдала вообще дальше. Это ужас, честно. Но многим, конечно, нравится, многие понимают. Я думаю, что это просто проблема во мне. Поэтому не переживайте, может быть, вам и понравится. Больше я не могу сказать, что какие-то предметы суперсложные, но сейчас хочу назвать топ моих предметов, которые мне очень нравятся. Я думаю, что многим понравится. Во-первых, это языки. Я очень люблю языки. Мне также понравилась математика, хотя многим она не нравится и, некоторые не сдают ее. Мне очень сильно понравилась макроэкономика, несмотря на то, что я ее не сдала. А также мне супер понравился предмет «Основы предпринимательства». Конечно, там есть недочеты. И когда нам прислала учительница анкету, чтобы ее заполнить и написать свое мнение по поводу предмета в конце года, то я, конечно, много чего написала. Мне очень понравилось то, как относится к бизнесу, то, что лично мое мнение, что вот эти сейчас рестораны, кафе, это слишком заезжено. И меня немножко напрягло то, что учительница именно поддерживает такие вот идеи, потому что я предложила свою идею, я не хочу ее называть, потому что она мне максимально нравится. Там нужно было в начале года принести две идеи. Одна была вот эта моя, и вторая — это я просто рандомно выбрала healthy fast food, потому что, наверное, это сейчас актуально, не знаю. И учительница и остальные одногруппники мне посоветовали сделать вот этих healthy fast food. Честно, какой бы там моя идея ни была, многие сказали, что она классная, поддержали, поэтому я думаю, что не совсем все плохо, но даже если она сложная, даже если она не особо понятная, мне кажется, лучше всего проработать такую идею, чем открытие очередной ресторана или кафе, не знаю. Вот, также мне понравился очень предмет принципы менеджмента, очень понравилось учить теорию к устному экзамену, потому что это максимально крутые темы, типа коммуникация, мотивация, работа в команде, и вот это все — это билеты, так и называется, нужно об этом рассказать. И они очень крутые, мне, честно, уже это пригодилось, я уже несколько раз это использовала в жизни, я уже намного больше всего понимаю. Конечно, все предметы классные, и плюс нашего факультета в том, что у нас очень много разных предметов, и поэтому можно выбрать то, что вам нравится, а то, что не нравится, просто сдать и забыть. Мне кажется, плюсов больше, чем минусов, и классных предметов намного больше, чем не очень таких и сложных. Как вообще проходит сессия, я вам рассказала о том, как мы это все сдаем, а сложно ли? Первый семестр, честно, да, потому что нужно влиться, понять на чешском, выучить на чешском, привыкнуть к чешскому языку, к чешской информации. Вот эта вся среда, она немножко давит на вас, потому что если вы не привыкли так коммуницировать, очень активно общаться с иностранцами, то вам будет тяжеловато. Мне было тяжело, хотя я была уверена в своем чешском, я была уверена в том, что мне будет это все даваться легко, но не тут-то было. Сейчас я хочу вам дать пару советов, как же подготовиться к сессии, как сделать так, чтобы сессию было вам легче сдавать, и вы сдали ее успешно в итоге. Итак, совет первый. Правильно выбирайте учителей, потому что это очень влияет на то, как вы будете сдавать сессию, как вам преподносят информацию логично. И часто бывает так, что учитель, который у вас преподает, будет принимать у вас экзамен на сессии. Поэтому важно воспользоваться сайтами, прочитать рецензии на них и выбрать подходящего учителя. Второй совет. Пользуйтесь документами. Что вообще находится в этих документах? В этих документах собрана краткая информация, допустим, с книжки по каждой теме. И вы можете так учить. Когда у вас много предметов, много устных экзаменов, просто будет тяжело забивать голову таким количеством информации. Поэтому легче воспользоваться документом, где 30-40 страниц, а не книжка, где 600. И это очень круто, потому что эти документы создают студенты, которые уже выпустились. Например, хорошие документы, такие идут с 2005-2007 года до сих пор, и все ими пользуются. И плюс в том, что на сессии вам не нужно искать все билеты в книжках, вам не нужно искать эту информацию. Вы берете этот документ и
Там есть все билеты и вся информация, которая нужна к экзамену, поэтому это супер удобно. И эти билеты, и также рецензию на предмет, рецензию на учителей можно найти на таких сайтах, как ВШБРС и на Студологи. Это супер сайты, супер классные, они привязаны к вашей странице ВШЕ, к личному кабинету, и вы спокойно можете ими пользоваться. Также третий совет — это списывать, если можете, потому что, правда, как я уже сказала, иногда бывает очень много теории, и... Честно, лучше списать аккуратно, главное, чем не сдать предмет, потерять кредиты. Это очень может повлиять на вашу учебу. И еще один совет — это пишите и общайтесь со старшекурсниками, потому что они очень помогают. Они уже пришли этот этап и могут вам помочь с сессией, могут вам дать какие-то документы, могут вам дать какие-то книжки продать. Достаточно дешево. Можете писать мне, если вы поступаете в ВШЕ, я помогу с предметами, с учителями, все это могу помочь вам, потому что я понимаю, как это страшно, непонятно может выглядеть. Поэтому, если что, пишите, либо находите старшекурсников, пишите им и узнавайте. Я думаю, что они вам с радостью помогут. И сейчас хочу с вами поговорить насчет списывания. Честно, в ВШЕ, конечно, все списывают, но нужно быть предельно аккуратным, потому что иногда бывает такое, что из-за списывания человека могут даже выгнать с университета. Чаще всего берут микронаушник, либо часы в аренду, либо что еще, не знаю, просто с телефона можно списывать. Конечно, я списывала, потому что, так как я вам говорила, много-много теорий, тысячу раз уже повторяла вам. Страшного в этом ничего нет, просто нужно делать это аккуратно, если вам это очень нужно. Делайте, но опять же, аккуратно и не палитесь. Но при этом, конечно, учителя некоторые могут замечать это и делать вид, что не заметили, могут как-то лояльно к этому относиться, не все, так что, опять же, будьте аккуратными. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Если так, то ставьте пальцы вверх под этим видео. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях внизу, я сразу же вам отвечу. Также можете мне писать в Инстаграме. В Инстаграме, кстати, я очень часто пишу разные посты полезные, поэтому можете перейти и посмотреть. Там я пишу о Чехии, там я более активна. И подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео, и приходите, смотрите другие видео. И всем спасибо, всем пока!